Якутская ГРЭС-2 запущена. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по видеосвязи официально ввел станцию в эксплуатацию. Председатель правительства подчеркнул, что теперь в Якутии есть резерв энергоснабжения, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. Дмитрий Медведев отметил, что с вводом в эксплуатацию новой станции появятся возможности для реализации крупных проектов, создания новых производств и новых рабочих мест. В церемонии открытия ГРЭС-2 принял участие руководитель Якутии Егор Борисов, который назвал сегодняшнее событие важнейшим для республики. Якутская ГРЭС-2 заменит выбывающие мощности старой станции, которая была построена в 60-х годах прошлого века. Она обеспечит энергетическую безопасность центральных и заречных улусов. Для производства электроэнергии и тепла будут использовать природный газ. Обеспечит потребности существующих. Более того, мы переключение делаем по теплоснабжению. В этом году уже у нас 106-го квартала котельная Якутскэнерго будет потреблять теплоснабжение. В следующем году 3 котельных теплоэнергии. У нас стоит задача обеспечить максимальную нагрузку ЕГРЭС-2 как по теплу, так и по энергоснабжению. Еще иметь в виду, что у нас построена линия Тамок-Мая. И мы сейчас отрабатываем с Минэнерго, с Русгидро, с Якутскэнерго глубокие воды. И объединение уже линии с Якутском, что у нас даст дополнительную надежность. Это произойдет уже в ближайшем, начало глубоких водов в 2018 году.